Этот монумент хорошо известен в Новосибирске. Когда-то факел, вырывающийся из скалы, это был символ города. Это был элемент герба Новосибирска многие десятилетия. Даже дольше, может быть, чем существующий нынешний герб Новосибирска. И этот здесь символ, он символом этот памятник стал неспроста. Здесь, на этом месте, 100 лет назад почти, зимой 19-го года, были казнены более 100 человек. Здесь были захоронены, казнены, может быть, были не здесь, но здесь были захоронены больше 100 человек, подпольщиков и других людей, которых уничтожили колчаковцы при отступлении. Вот здесь написано: в январе 20-го года здесь похоронены 104 политических заключенных, зверски замученных колчаковцами. Но историки подтверждают, что не только колчаковцы были замучены, но и другие заключенные тюрьмы тогда. И вот в каком состоянии сегодня находится памятник. Это один из самых первых монументов советской власти, может быть, первый монумент советской власти в Новосибирске. И сегодня, по прошествии 100 лет, он разрушается. На него наносят какие-то надписи, в том числе очень милые. Штукатурка облазит. Вплоть до самого пламени. И что примечательно, это не только символ советской власти и символ трагедии гражданской войны, это еще и напоминание людям, которые сидят вот здесь, в мэрии. Вот здесь, на третьем этаже, находится кабинет мэра Новосибирска. Он не только мэр Новосибирска, но еще и первый секретарь обкома Коммунистической партии. Так, камера у меня непослушна. Коммунисты много говорят про память, про то, что чтят героев, подпольщиков, большевиков. Но по сути, по результату мы видим, что больше они чтят так называемый пиар. Отчеты к выборам, после выборов там пятилетками считают. А вот уже десятки лет памятник находится, который в 2 шагах от мэрии находится, в неприглядном виде. Я уже неоднократно об этом говорил и буду говорить еще, пока не наведу здесь порядок. И не потому, что я сторонник коммунистов или большевиков, отнюдь. Мне просто стыдно, что в нашем городе не могут в самом центре могилу привести в порядок. А кроме того, это не просто могила. Это памятник того, что вражда, построенная на какой-то идеологии, приводит к многочисленным жертвам. Ведь эти 104 были самыми первыми, может быть, одними из первых в начале гражданской войны, кто потерял жизнь из-за споров, что, как лучше развиваться в стране. Или там, что надо ли отбирать собственность у буржуев, и надо ли создавать некую диктатуру пролетариата. Короче, по идеологическим вопросам. Из-за споров люди оплатили жизнью. И сегодня вот этот памятник — это свидетельство тому, что урок не пошел впрок. И давняя традиция, когда в России, на Руси всегда почитали память предков, здесь не соблюдается. Почему? Наверное, потому, что на выборы это никак не влияет.